Масштабную мозаику в виде российского флага собрали из фотографий жителей Приморья. Оригинальное изображение включило более 600 снимков, присланных из разных городов и районов в правительство края. Жители городского округа Затофокино не остались в стороне. Также в честь Дня государственного флага Российской Федерации сотрудники Центра культуры и искусства «Спутник» присоединились к акции «Цвета государственного флага». Далее смотрите сюжет, который выходит в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». В Приморском крае провели необычную акцию под названием «Цвета российского флага». Акция была приурочена к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. Знаменательную дату по всей стране отмечают 22 августа. В Приморском крае мероприятие призвано объединить жителей, несмотря на режим временных ограничений, позволить каждому почувствовать себя неотъемлемой частью огромной страны, ее традиций и культуры. Примечательно, что приморцы приняли активное участие в акции. Жители города Фокино также не остались в стороне. Специально фотографировались на фоне флага для участия во флешмобе. Также в честь праздника Дня государственного флага Российской Федерации на территории Центра культуры и искусства «Спутник» была запущена акция «Флешмоб. Цвета государственного флага». Юные фокинцы развернули российский триколор – символ великой державы, олицетворяющий независимость и могущество нашей страны. День флага нынче отмечает вся Русь без края и конца. И каждый твердо величает сей символ гордостью венца. Пускай жиреет он беспечно, храня родную сторону, а мы с признательностью вечной не раз поклонимся ему. Государственный флаг Российской Федерации – материальный, опознавательный знак нашей страны. Ведет историю с 1668 года и служит России уже более 300 лет. Сегодня замечательное событие в нашем городском округе. Мы поздравляем всех жителей городского округа с Днем государственного флага Российской Федерации. Желаем всем здоровья, процветания. Желаем процветания нашему любимому городскому округу. И сегодня мы присоединяемся к всероссийской акции «Цвета государственного флага» и запускаем флешмоб. Всех с праздником! На протяжении трех с лишним веков под бело-сине-красным стягом наши предки вершили славную историю Отечества, одерживали судьбоносные победы и строили сильное государство. Российский триколор сегодня воодушевляет на созидательный труд и новые достижения, сохраняя преемственность поколений и опираясь на богатые исторические, культурные и духовно-нравственные традиции. Россияне добиваются высоких трудовых, научных, культурных и спортивных результатов. Да, я очень гордаюсь своей России. Мне понравилось участвовать в этом флешмобе, и это было очень весело. Когда я смотрю на свой флаг, я хочу творить добро, благо своей стране. Я чувствую гордость. Мне приятно за свою страну. Ну, я думаю, что благородство, честность, мужество – все это можно увидеть на нашем флаге. Благодаря нашему флагу можно понять то, что в нашей стране процветает благородство, смелость, любовь. Когда я смотрю на флаг России, то я испытываю гордость за нашу страну, любовь к нашей стране. Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу относится и День государственного российского флага. Во все эпохи флаг российского государства олицетворяет собой могущество и независимость Отечества, выражает идеи и принципы государства, служит символом гордости за свою страну и свой народ.